Всем привет! С вами снова я, Аким. И сегодня мы будем пробовать такую испанскую штучку кибидос. Это название вот такой коробочки с вкусняшками. Как видите, тут нарисовано то, что в ней будет. Давайте откроем и посмотрим, это правда или нет. Эту штучку я купил за 1 евро. За 59 центов. За 99 центов. Так, видите? Тут щипчики. Кибитос. Такая штучка сладенькая. Потом чупа-чупс. Это вкусненькие штучки. Это конфетка со вкусом этой клубники. Это очень вкусно. Потом что у нас тут? Это у нас конфеты и всякий фрукт. И дальше у нас идет обычная конфетка. И потом последняя у нас шипучка. Да. Я буду пробовать все по очереди. Первое это у нас чипсики Snacks. Открываем. Вот такие сухарики. Это у нас кукурузные палочки. Очень, кстати, вкусные. Так. Дальше у нас идут вот такие конфеты. Snacks тоже. Блин. Так, пробуем эту конфетку. Такое ощущение, после них надо сразу мыть руки, они липкие. Нормально, но сухарики мне больше понравились. Эти я бы не стала покупать. Дальше у нас идет... О, нет, давайте вот эта конфетка. Открываем ее. Вкусно. Знаете, достаточно даже вкусно, очень. Так. Дальше у нас Белтс. Такая длинная палочка с сахаром. Такие вы, я думаю, вы уже знаете. Ставлю 9 из 10. Дальше берем такую жвачку колы. Я пью жвачки из колы не очень люблю, но это, знаете, достаточно вкусно, реально. И остался один чупа-чупс. Открыл я это сердечко. Не вижу ничего особого. Малинный. Чупа-чупс. Я думаю, вам понравился этот видосик. Не забывайте, ставьте лайки. Подписывайтесь. Если на этом видео наберется 3 лайка, то я сразу выпускаю видео. Хорошо? Так что до скорых встреч. Пока. Что мне сейчас говорить?